Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1372. События дня. Псалом 33:20. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. За 18 сентября 2019 года. Тут наше обращение. Курсором останавливайте, чтобы прочитать можно было. А тут переписка у нас, тут свое содружество. Я вставляю смотреть. Очень много хороших выписок.
Ну что, день. Вчера мы с утра решили пойти к Андрею Устинову. Отвезли ему горох, который собрали, где машина опрокинулась, чтобы на дробленке он дробил ее. А он превратил ее чуть не в муку. Вообще, а так долго горох размокал-то, а теперь готовый. Володя тут что-то с матушкой садили на огороде, на лагерном огородчике. Лук, чеснок, говорят, надо осенью. Вот так. С Володей тут с огорода с этого вывозили, что там капуста, помидоры. Кое-что засняли показать. Которые привезли, как дрова. От загона скота тоже перепилили. Работа непрерывная, лента идет. И благословенный Господь. Все спрашивают, как у меня здоровье с глазом. Ну, нормально. И главное, никакого лекарства, ни одной капли, никаких дел не было. Просто людям написали, все молились. И Господь такое вот сотворил. И на этом сегодня у нас все.